В Чебоксарах прошел очередной концерт Филиппа Киркорова. В этот раз король отечественной эстрады привез в Чувашию шоу с исчерпывающим названием «Я». Как это было и какое впечатление произвело на зрителей выступление знаменитого артиста в нашем сюжете. Несколько лет назад Филипп Киркоров создал шоу «Другой», которое 5 лет не теряло зрительского расположения. Новая постановка – плод совместного творчества российского певца и всемирно известного режиссера итальянского происхождения. Франко Драгоне ставил необыкновенные спектакли в цирке «Дю Солей», работал с Селин Дион, создал уникальное водное представление в Китае. Сегодня у Драгоне целая команда суперпрофессионалов – художник, хореограф, композитор. Филипп Киркоров ждал своей очереди 12 лет. Шоу «Я» впервые было показано в марте этого года в Кремлевском дворце, а уже вчера приехал в Чебоксары. Земля, дай мне знать, где мне искать свою любовь. Филипп Бедросович за свою жизнь на эстраде приезжал в Чебоксары не раз и не два и успел обзавестись здесь армией преданных поклонников. Каждому импонирует в певце что-то свое. Люблю я Киркорова за все, за добросовестность, за все. Трудяга он. Талантливый артист. Уже вот второй раз приходим. Недавно приходили, сейчас опять. Талант известный, хорошо поет. Шикарный голос, тембр, его внешние качества, ну, все безупречно. За свою довольно продолжительную карьеру Филипп Киркоров не утратил самого привлекательного качества – уважения к зрителю. Шоу «Я», как и все предыдущие постановки, он отработал, как сказали бы в армии, с полной боевой выкладкой, не позволив себе расслабиться ни на минуту. Чем еще раз доказал, королем российской эстрады его называют абсолютно заслуженно. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.